Спасибо. Хорошо, с нас. Да, хорошо. Чего не хватает? Совести нет. Есть. Вы знаете, с особой радостью на мастерских мы увидели людей, которые поют песни Виктора Луферова. Вернее, это был один человек, но да, он очень старался, и у него получилось. Спасибо Владимиру Чиркову за то, что осмелился петь Луферова, потому что повторить Виктора, ну, хоть как-то приблизиться к его уровню исполнения, очень трудно. Но это имя для нас очень много значит. Наш друг, которого мы вспоминаем часто. И следующая песня – посвящение нашим ушедшим друзьям Виктору Луферову, Любови Захарченко и Борису Вахнюку. «Голос из интернета». Как же нас разметало по небу и земле, многих уже не стало, многие не в седле. Кто-то за облаками к вечности на пути, но удались аккаунт, он не успел в сети. Тянем мы интернет, да невелик улов, смайлик луны на небе смотрит на нас без слов. Голос из интернета словно благая весть. Да, человека нету, нет, человек есть. Да, человек не винтик, нет, человек весь мир. Слушаем голос Вити, выпорхнувший в эфир. Спросим у аватара из виртуальной тьмы: дядя, скажи, недаром тратили трафик мы? Отдана и столица, отдана и страна, только одни страницы, лица, имена. Голос из интернета словно благая весть. Да, человека нету, нет, человек есть. Витя, Любаша, Боря, и остается долг дальше брести гурьбою, будто разбитый полк. Как бурлаки на Волге, как соловьи в раю, коротко или долго песню тянуть свою. Но не прервется в блоге наша земная роль, только запомни логин и не забудь пароль. Голос из интернета словно благая весть. Да, человека нету, нет, человек есть. Да, человека нету, нет, человек есть.